вышла куда-то? Я абсолютно спокойна. Я тоже. Кто? Мадам Матфей. Катрин. Мадам Матфей, это я. Катрин, любовница вашего мужа. Катрин, зачем так орать на весь дом? А я вообще с тобой не хочу говорить. Я хочу сказать твоей жене, что ее муж последнее дерьмо. Ты как со мной разговариваешь? Я с тобой не желаю разговаривать. Ну и дура же я была все эти два года. Думала, что ты разведешься с ней ради меня. Девчонок, я и хочу развестись ради тебя. Мой девчоночек, мой пальчик. Давай тут не здесь будем обсуждать все наши любимые замечательные темы. А поедем в нашу маленькую квартирку. И там все мы с тобой. Больше я не ногой в твоем богатом квартире. Thank you.
Какая у вас тяжелая нога в этом портрете! Ну ладно, обижайтесь на меня. Простите меня. Я больше не буду. Вообще, что я смогу теперь вообще? Я больше не буду. Помнили сомбреро, и все мне на пляске, но живем с его.